Немного больше месяца прошло с момента, как в ДНР был сформирован Народный совет. 12 декабря депутаты собрались уже на третье заседание парламента, чтобы решить, что делать дальше, да и есть ли в Совете реальный план выхода из кризиса. Многие харцизяне плохо представляют себе, что для этого следует предпринять, хотя и готовы дать законодателям несколько советов. В ближайшее время я хотел бы, чтобы они разблокировали блокаду Донбасса. Выхода ситуации я не вижу. Полный дефолт и падение Украины, падение гривны и положение войны. Не знаю. Нужно войти в состав Украины как федеральное государство, как федеральная область. Прежде всего, конечно, это как пенсия, чтобы рабочие места, предпринимательство открывалось. Как-то начинать заново все это. Даже не знаю. Единственное, чтобы открывалось ЭТБ, сельпо, чтобы открылось, чтобы появились продукты. Конечно, надо налаживать отношения с Россией. Надо вообще думать о людях, потому что как эта пенсия уже сколько они платят. Бедные бабушки, все бедные люди.